Приемы граждан главой Славянского района – это действенная форма работы, которая уже доказала свою эффективность. Мы побывали на очередном прошедшем приеме. Жители города и района приходят на прием для того, чтобы вопросы, которые не удается решить самостоятельно, были рассмотрены на высоком уровне. Глава Славянского района Роман Синеговский проводит приемы граждан по личным вопросам, куда приглашаются заместители главы, руководители структурных подразделений и представители всех заинтересованных служб. Это позволяет оперативно отрабатывать проблемы жителей и находить оптимальные пути их решения. В нашем городе для того, чтобы избежать подтоплений после обильных дождей, которые нередки даже в осенне-зимний период, существует целая система ливнестоков. Однако бывают случаи, когда необходимо их прочищать с тем, чтобы обеспечивать своевременный отток воды. С таким вопросом и обратилась к главе района жительница Славянска на Кубани. Она рассказала, что из-за переполненности ливнестока подтапливается земельный участок, где находится домовладение. Роман Синеговский распорядился сделать все необходимое для решения этой проблемы. И еще один вопрос, связанный с ливнестоками. При прочистке ливнестока была повреждена и затем отремонтирована газовая труба. Домовладелец заботился тем, достаточно ли надежно выполнен ремонт. Для того, чтобы человек не волновался об этом, данный участок будет обследован специалистом с гарантией надлежащего качества. Кроме того, были обращения и по другим вопросам. Именно муниципалитеты отвечают за комфортность и безопасность жизни населения в своих границах. Для этого и проходят такие приемы. Напоминаем, что личные приемы граждан глава Славянского района проводит по пятницам с 9 часов в администрации района по адресу город Славянск на Кубани, улица Красная, 22. Предварительно можно записаться по телефону общественной приемной 4 11 12.